Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня я готовлю очень вкусный, аппетитный завтрак. Друзья, не буду задерживать ваше внимание. Начинаем готовить. Не забываем подписываться, комментировать и делиться с друзьями. Поехали! Нам понадобится 1 лист лаваша. Я беру обычно тандырный. Он самый вкусный, самый ароматный. Так что, друзья, если будете брать лаваш, обязательно уберите тандырный. И нарезаем очень тонко соломкой. Вот такая у нас получилась соломка. Очень пышная. Отправляю сразу в сковородку. Нам понадобится 3 яйца. Также нам понадобится 100 мл молока. Щепотка соли. Хорошенечко все нужно перемешать. У меня сковорода с антипригарным дном. Если у вас простая сковорода, обязательно нужно будет смазать маслом. Отправляем яичную смесь. Вилочкой хорошенечко распределяем. И прижимаем заодно лаваш. Добавляю маринованных грибочков. Также нам понадобится сладкий болгарский перец. Разрезаем еще раз пополам. И нарезаем вот такую вот соломку. Перец также отправляем в сковородку. Сковородка у меня холодная, друзья. И сверху отправляю 100 грамм сыра. Распределяю сыр. Все, отправляем на плиту. Жарить буду 10 минут на очень слабом огне, обязательно под крышкой. Ну а пока жарится наш вкусный завтрак, заварим себе вкусное кофе или чай, или горячее молочко. Буквально за одну минуту отправляю петрушки. Выглядит очень аппетитно, друзья. Разрезаем просто на 4 части. Вот такая вот красота, друзья. Ну что, друзья, пробуем. Очень люблю такие вещи именно с грибочками. Очень интересный вкус. Друзья, готовьте вместе со мной, это очень вкусно. Это один из очень вкусных моих завтраков, друзья. У меня на канале уже очень много завтраков. Заходите, смотрите и радуйте себя, конечно, и своих родных. Если вам понравилось видео, конечно же, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями и комментируем. Я прощаюсь с вами ненадолго. До следующего видео. Всем пока.